Добро пожаловать в игровую комнату и продолжаем путешествовать по миру. Черт побери, надо глянуть, как мир-то называется. И пытаться восстановить свои силы, как обычно, чтобы победить противника. Ой! Кто идет? Что? Он только что сказал, вы идиот? Как он это хорошо подметил. Так, бро, зря ты меня обозвал идиотом. Ща я тебе... О, нет, не успел прикрыться. Чертов. Да нет, не в ту сторону воюю. Да нет. Да, походу, меня сейчас зарежут еще. Это будет забавно. Тварь. Чертов. Он еще ж... А, ты еще жив. Наконец-то, и дрить колотить. Вообще не ощущаю себя вампиром. Каин, черт побери, лорд. Лорд поджопников. Сейчас я тебе, блин, покажу, что значит. А, тут кто-то в последнее время они все какие-то, блин, живучие ядрить, колотить. У меня игра вылетела. Пришлось перепроходить, и первый же противник меня отмудохал. Я аж охренел от этого. Куда подевался? Джон никуда не подевался. Стой, стой, ядь. Да чё же они такие же все живучие? То 3 удара, то 5 ударов. Я же говорю, вообще не ощущаю себя вампиром. Все под контролем. О, здрасте. А, ну видите, тут не меч, меч тут вроде и был. Да всех спасем, всех. Блин, прикольно смеется. Так, ну не пропадут, не пропадать же добру. Побери вампиру, которому нужна лестница. Да. Так, главное не упасть в этот раз. Так. В эти моменты, да. Классно ощущать себя вампиром. Ты прыгаешь, такой хрясь. Не зевай по сторонам, а то ниже пояса чик отрежем. И все, больше не мужик. Так, это сейчас должен пойти проверить, что с ним там. Что-то типа, смотрите, как проверяет. Блин, ну бандиты, что с них взять? Такой, там живой, хрясь ему по башке. Такой, вроде не живой. Видать, не подгадал момент.
прошлый раз тут у меня игра вылетела в этом уголку. Прям, блин, подстава какая-то. Лестница, ага, мне предлагается спуститься. А если я скажу, что я не хочу? Ага, то есть по-любому надо спускаться. Видите, там внизу рычаг. Ладно. Сейчас я преподаю. Так, ну вот это один плюс от вампира. Можно спрыгивать с, в любой высоты, хоть... Хоть здесь ощущаешь себя вампиром, черт побери, генералом. Кайн, чё, чё, оу-оу-оу-оу. Смотрю, смотрю. Где он там? Он где-то тут, наверное, между ящиками слева затесался. Вот здесь, вот, вот тут. Вот. Я его сразу не заметил. Не свободы, нет свободы, no freedom. Нет свободы без... Сера... Без... может Редна? Нет. Андерс Райс. Ага. Типа нет свободы, если в этот воскреснут Серафимы или восстанут. Или они вознесутся. И типа... Ага, ведь Серафимы должны умереть. Серафим Дайс. Типа смерть. Смерть Серафимам. Ну... Ага, понятно. На эту лестницу просто так не забраться. А, подождите, я же могу так вот. А или не могу. Ага, запрыгнуть. Зацепился таки, блин. Хоба! А туда допрыгнуть можно? А толку есть? Там... Это... Что в вас? Я только хотел там посмотреть. Хотел посмотреть, что... Блин, опять бежать. Так, ребята, вы ничего не видели. Я как стоял вот здесь, так и стою. Переключаем обратно. Один минус, кровь постоянно стекает, что не очень есть. Воу-воу. Как он блокирует атаки вампира? Он же должен там тыкать, дай боже. Не сюда, вниз что ли? Да нет, тут вот тоже есть... Он еще жив? Офигеть. Вы это видели? Да кто тут вампир, блин? Я так до конца не могу понять. Кайн или вообще это простой чувак? Ты ему проткнул грудину, а он такой себе... Да нормально. Опа. И еще стань. Не, все же откинул ласты. А то они более живучи, чем кажутся. Был перекус у парня. Давай посмотрим, что ты там ел. Вино. Выпил винца и съел бургер.
ну, мясца. Блин, по звуку кажется, как будто там какая-то тварь вылезла. Ага, понятно. Да-да, дырка там, конечно. И специально тут решетка, чтобы сразу не спрыгнуть. Вот же ж. Па, я мне только что послышалось, что тут кто-то... Кхе, кхе. Кто-то тут есть. Сверху, что ли? Откуда вы тут ке-ке-ке? Какие-то твари, что ли? Или призраки? Ке-ке-ке. Сейчас я преподам тебе хороший урок. Я тебе сейчас преподам. Не, не. И в полет отправлю. Полетай, гнида. Где-то 20-летней выдержки кровь. Неплохо. Это просто подсказка, да? Ага. Головоломка. Угу. Окей, сейчас мы ее разгадаем на раз-два. А ну-ка, ты-то выживешь? Да, тоже выжил. Не, в этот раз не выжил. Ну вот смотрите, проткнул ему грудь, по лицу проехался, кинул, и только тогда он сдох. Живучий. Угу, не улетел на низ, уже не... А, видите, там лестница тоже справа была. Это что? Подъемник, да, я так понял? Ага. Поднимает. Оно опустится? Так, вот так вот. Зря я подвинул его. Угу, зря. И поднимаем. Для чего не... А, ну... Сверху сбросить. Понятно. С того третьего этажа. Дырка вот там вот она. Ага. Блин, я неправильно сделал.
Сейчас, подождите, вот так вот. Вот так вот. Я понял, вот так вот надо сделать. И сразу лезть про лестницу забыл, что тут можно сразу вот так вот подняться. Чтобы не оббегать вот эти все вот препятствия. Так, и надо сбросить вниз, я так понял. Да, готово. Отлично. Отличненько. Следующий ярус. Так, это что у нас? Тупичок. И сохранение. Контрольная точка, но при этом надо вот здесь вот сохраняться. Только на этих точках можно сохраниться. Потому что если сохраниться дальше, меня все равно на эту точку отнесет. Прикольно, да? То есть, сохранись ты там хоть в конце, убей главного босса. Если через главный вход не пройдешь, а сохранишься прямо перед главным входом, все, улетаешь от контрольной точки. Загрузка только возле контрольной точки. Нет, я еще выживу. Я хочу жить. Опа, подруга прибежала твоя. Тоже жива? Да какие вы живучие. А-а-а. Ну, долго после этого ползает. Ну, видно, что... Ой, нет, только не из задницы. Не соси из задницы. А может, это не из задницы сосется? А тут из спины. А у той, ну, непонятно откуда. Где-то сзади сосалась. Блин, а может я зря на низу был этот? Ага, так, отлично. Отличненько. Может тут ящик просто где-то есть? Я, точнее, не ящик, а сундучок, и я его пропустил. Поднимаю, а что дальше? А, все, я понял. Давайте. За счет способности надо долететь. Ну как долететь? Да прыгнуть. Волосы, конечно, есть, но они лепешка. Есть какие-нибудь новости? Есть. Ваше желание сбылось, сержант. Вампиры напали на наш гарнизон в трущобах. Все защитные врата выключены. Мы наконец-то сразимся с вампирами. Это точно вампиры? Подумайте сами. Врата могут остановить только вампиры. Зачем их ломать людям? Это могли быть люди, работающие на вампиров. Вы правы. На соседней улице есть один домик, за которым я давно наблюдаю. Там живет вдова. С тремя дочерьми, да, я знаю. Да, это, да, три дочери. Возможно, эти девчонки предатели. Может, это они помогают вампиру. Это просто гениально. Прям чувствуется стража. Это наш долг. О, да, долг. Обыск. Тщательный. Да. Да. Побежали, блин, им только дали повод. Да, там была сочная, точнее, очень...
печальная вдова вместе с тремя дочурками. Они могут быть предательницами, да, потому что только они выглядят чересчур соблазнительно. Да, побежали. Прям ощущается, что это истинно стражники, которые бежим туда. Нам нужно помочь им. Точнее, не помочь, а нам нужно срочно провести расследование. Ну, можно стражника забайтить. Давай, подходи. Давай, давай. А ты попробуй меня, а ты меня заставь. Давай, давай, поближе, а то за ворота еще улетишь. Все, вроде должен сдохнуть. Да? О, геройски в сраку. Все, геройски погиб. Небось еще кайф поймал. Просто великолепно. От их видения импрессионистского неомодернизма просто захватывало дыхание. Мне нравится Тана. Да, да, но что действительно было восхитительным, это пафос протагониста. Он не мог решить, позволить ли судьбе толкать его вперед к гибели это или не что там ее жестокой хватки. О, да. Обсуждает книгу? Это или это театр? Сержу использовать устройство для решения проблем самолюбия. Я хочу есть. Пас... Да, хаус. Да. Это, походу, театр какой-то. Она хочет есть. Ну, как-то странно, это должен мужик говорить. Типа она должна там объяснять, а потом такой мужик. А блин, тут два стражника, и они походу этот стерегут. Готовься к снегу. Так, готов, готов всегда. Оп, сорокотан. Блин, стражники, не стражники, а тут даже с улучшенным оружием. Давай, проткни его. Тани... Так, я же сказал это. Тут стражники, стражники, обычные люди. Три тычки даже усиленным оружием надо. Просто, блин, какие-то невероятные. То, не, то убить не получается сразу, с четырех даже. То... Так, не то... Блин, и улучшение, походу, сбросилось. Усиление, простите. Ага, подождите, я магазинчик пропустил. Проект. Или... Или что это тут написано? Вроде проект. Что за проект? Магазинчик называется проект. Странно. А может не проект, а... Ну, ладно, не буду читать. Тут, блин. А контрольная точка, это значит сохраняемся. По-другому никак. Без контрольных точек не сохранится. Что-то... А просто колодец. Хорошо.
И понятно, налево нам. Оу. Да, и усиление просрано. Так, тот еще жив. Ну ладно, ползи, ползи. Мы тебя еще догоним и в сраку за точку засунем. Так, отличненько. Походу мы уже скоро доберемся до этого. До базы вампиров. Опа, что у нас тут? Так, все. Не зря сюда свернул. А мне как раз... Как раз вниз получается. Опа. О-о-о-о. А, тут время есть. А это что тогда? Ага, просто тут массовое убийство было. Или что? Кто-то тут порезвился до нас. А, блин, я... Ах ты ж, зараза! Эх ты ж, зараза! Это, наверное, специально поставили для нескольких попыток. Ну так и чё, я чё не могу пуститься? Для нескольких попыток вот тут вот, если вода... Хотя вода должна сразу убить. И оно тоже на время, что ли, открывает? Или не на время? Надо глянуть. Так, ну там времени очень мало дается. Так, погнали, погнали, погнали. Быстрее, 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 быстрее. А, ты ж зараза. Да чтоб тебя, довольно-таки мало времени дается. Оно и поднимается долго. А, дилемма. Этот ящик можно использовать. Смотрите. Ага. Угу. Я-то думал, надо, блин, пробежать быстро. А тут вот... Вот оно что, Карл? Тут можно ящик-то использовать. Вопрос только, он сломается или не сломается? Вроде держит. Вопрос, долго или нет? Так, провернули, бежим быстро, 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 быстро мы бежим. Так, отлично, все, проскочил я. Фу, я-то думал, тут нужно на время бежать, быстро, быстро бежать. А ну вон оно как, надо было все же проверять иногда. Воу, воу, вы слышите это? Смотри, кто к нам пошел.
А, тут бандиты. Одни бандиты против других бандитов. Какие-то бледные против... Может, бледные... Не, но они вампиры, тогда бы... Не, видите, одни красные какие-то. А вторые бледные. Не обязательно, что они тоже вампиры. Просто одни бандиты против других бандитов. И все тут. Разборки гангстеров. Так, ну тут, да, не запрыгнуть, все, значит, сюда. Чисто такой переулок, чтобы похавать, перекусить. Опа, что тут у нас? Босс файт, о, капитан. У него как, вот этот вот, который преследовал ее. Воу. И он сейчас развернил. Что за тварь крадется во мраке? Выходи на свет божий и умри. Ага, видите? Когда светится у него, это значит вампир рядом, я предполагаю. Опа. Ох, как много-то крови он меня, блин, пробил. Да чтоб тебя, второй раз уже подловил, гнида. Чертов этот фараон сраный. Дважды подловил меня. А когда вот этой способностью используют, блин, оно, они неуязвимы стоят. Вообще шикардос. Еще прописывают нормально. У меня ничего такого нет еще. Но перед этим надо все же переулок посмотреть. Там он засел. Так, а сюда? Сюда? Сюда, а и туда, а там нету сундучка, да, там где вот, а вон сундук, хорошо, хорошо, так, 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 я не понял, не достаю что ли, или чё, может сюда допрыгну, во-во. Хорошо, силушки. Блин, жалко, левелап не получу. Эйфорию не получу. Не хватает чуть-чуть. Так, у меня здоровьячки не очень много. О, подождите, подождите. Та... О, не успел. Ай, то... Ах ты ж гнида. Ох ты ж, блин, не успел отпрыгнуть. Ты успел же заблокировать, зараза ты. Но этот капитан чуть-чуть посильнее. Он, получается, да, или вроде тоже 6 тычек выдержал. У него меч супер. Да не, у него, наверное, обычный меч, как и у остальных. А ну-ка.
подождите. Это что, тут можно пофармить, что ли? Интересно, они тут до бесконечности появляются или нет? А, нет, смотрите, дверь, все. Опа, не, смотрите, появился. Только что-то зассал выходить. Выходить будешь? Алло, мужик. А, он типа, я тревогу убрал, и он такой. Ай, ты ж зараза, еще чтобы не отъехать тут. Хорошо. Зафармливаем. Это было опасно. Я думал, он там залагал и все, не выйдет, а тут он, а вот оно, что оказывается. Так, и шо, больше они будут выходить? Да-да-да, разработчики поняли фишечку, типа, будете фармить до конца, лососните тунца максимум. И оно будет опускаться, да. Стань, ты меня пугаешь! Воу-воу, это чё? Это где? В переулке? Так, подождите. Что тут у нас? Воу-воу-воу. Нормально там. Нарезка. Чисто бочком так. Бочком к нему подошел. Вопрос мне вообще сюда. Ну тут нормально нарезка это людей. Видите, там какая-то дорожка наверх есть. И непонятно мне сюда. Или то просто как еще один. Стража! Что там, мужик отреагирует? Давай, подходи. Ой, блин, слишком близко. Вообще не среагировал, что меня тут оттолкнули. А ну-ка. Алло, алло. Такой, я никого не вижу. О, вот там кто-то что-то зашевелился. Пойду в тот переулок. Все, давай. Убери свое оружие. Да не уберу. Давай, беги, беги, беги. Готовься к смерти. Готовься к смехоти. Хитрожопый, блин. Это небось тот, который любит мечом тыкать. Один из всех стражников, любителей потыкать женские прелести. Ну нам сюда, вон там вот проход есть. А тут явно какая-то арена сейчас будет для драки с каким-нибудь еще одним вампиром, блин. Блин, блин, блин. Так, да-да-да-да-да, вот оно пошло-поехало.
Сейчас появится какой-нибудь вампир. Это же не просто... Во, во! Это кто? Еще смеется. Еще один чокнутый. Что за жалкое создание осмелилось прервать мою трапезу? Тот, кто разделяет твою жажду и твое проклятие. А, голос из прошлого. Значит, слухи верны. Каин вновь вступает по землям Носгота. Откуда ты знаешь, о, Носгот. Я бы с удовольствием разделался с тобой здесь и сейчас. Но у меня есть дела поважнее. Доброй ночи. Стой! Ага, видите, у него какое-то ускорение есть. Способность ускорения. Надо запомнить. Надо его победить, точнее его, я так понял, победить. Надо, чтобы получить эту способность. Ускорение. Любитель быстро сдрыснуть с места преступления. Силушки богатырской пополним. Адреналинчик почти вкачали на максимум. А недалеко-то он убежал. Он же хитрожопый. Сказал, у меня нет времени, я убегаю, бла-бла-бла. А сам тут в уголке, блин, стоит. А, во. Он же... Он меня... Типа ждал. Да чтоб тебе. Чертов спринтер. Ага, тут и засада. Ну-ка, что ты там хотел сказать, я не знаю. Да и не хочется знать. Хотя, может, что-то типа пафосное. Да я тебя сейчас порешаю. Да нет, это я тебя люблю. Он так, я не понял. А, то есть, я мог вниз вроде спрыгнуть. Опа. Как тебе плоды моих трудов, Каин? Это была отличная трапеза. Да ты просто мясник, а не вампир. Ты подвергаешь угрозе свое существование. Но под угрозой вовсе не мое существование, Каин, а твое. Ты служишь Серафан, да? Я служу только себе. А я и забыл, как сильно ненавижу твой высокомерный тон. Как было бы приятно заставить этот голос умолкнуть навсегда. Мы еще встретимся. Ну попробуй, попробуй. Да постоянно он встретимся. Что за... Так сейчас, чё сейчас-то не захотел, а? Зассал? Сыкло, блин. Не, мне точно не вниз. Мне сначала показалось, что мне вниз, но нет. Пожалуйста, не трогайте меня! Заткнись, мужик, я могу тебя трогать где хочу и как хочу, и мечом тебе по башке могу проехаться, и ты мне ничего не сделаешь. Так, опа, это у нас тут так, а где хоть продавец на ресепшене, как оно, магазин книг, книжный магазин. Парни, вам тоже бы неплохо было бы пройти какой-нибудь курс, там, урок самообороны хотя бы. Че там? Оно задом наперед написано. Ага, отсюда не... Ай, блин, отсюда не достать. Я думал, если подойти в упор, хотя вот... Ну-ка... Thank you.
Только вопрос, я, блин, не зря сразу сюда пошел. А ну-ка давай. Ну да, только сюда можно. Я вообще правильно сделал? Ты, может, неправильно сделал и... Так, ну я туда так просто не допрыгну, мне кажется. На всякий случай я вот так вот делаю. Так, а теперь вот это вот надо использовать. И теперь надо воду убрать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, пятки подгорают. Было больно. Ну, было легко. Так... Этот барьер отключен. А, ну вообще... Ага. Барьер здесь. Какой-то бордель или что там. Наверх, налево, через книжницу. И вот блю... Ага, голубая леди. Синяя леди, простите. Голубая леди. Да-да-да, голубая леди. Синяя леди. Тут просто три. Четыре. Пять. Пять. Ух, хорошо как. А видите, оно как-то синенькое. Классно. Так, голубая... Ой, синяя леди. Блин, чё голубая, говорю? Блю-блю, синяя. Так, ну мне сюда. Ага, точно. Так, и вниз. Да, убежище. Оно внизу у вампиров. Вородор. Воу. Бывший садогедонист из Термогенского леса. Я только однажды встречался с ним до этого, но я хорошо помню, что ему нельзя доверять. Ах, да. Кто, как не отец вампиров, мог возглавить восстание? Это честь для меня, Вородор. Мне не нужны твои лживые комплименты, Каин. Отец вампиров? Мы так не Каин? Союзники лишь по необходимости, но... Добро пожаловать в убежище. Здесь не так роскошно, как в твоем замке, но жить здесь, думаю, можно. Можно, но у нас мало леди. Времени. Сила Сарафан растет с каждым днем. Скоро будет разрушен наш последний оплот. Мы вновь стоим на грани вымирания. Однажды они уже думали, что истребили нас, но твоими стараниями они ошиблись. Ты создал новую расу. Я сам бы не смог этого сделать. И у меня была целая армия. Теперь мы раздроблены. Мы вымираем. Тогда действуй. Создай больше вампиров. Чтобы создать вампира, нужны силы и время.
У меня нет ни того, ни другого. Как тебе уже сказала Ума, мы должны убить лорда Серафан. С его смертью их сила растает. Сейчас, Каин, ты наш лучший союзник. Мы должны спланировать наше нападение. Орадор! Что случилось? Боюсь, что самое худшее, господин. Они схватили Уму. Схватили, но как? Ума обыскивала здание в промышленном районе по вашему приказу. Я стоял на страже. Она прошептала мне, что нашла что-то важное. Что? Не знаю. Рыцари Серафан схватили ее прежде, чем она рассказала мне. Я попытался спасти ее, но их было слишком много. Я слышал, как они говорили, что ее доставят в крепость Серафан для публичной казни. Нет! Затем стражники набросились на меня, и мне пришлось отступить. Прости меня, Варадор. Нам нужна эта информация. Мы должны спасти ей жизнь, Каин. Да, конечно. Мне отправиться на поиски. Стоит вампиру приблизиться к крепости, как его немедленно обнаружат. Ты можешь на время скрыть свое присутствие, но главный вход в крепость слишком хорошо охраняется. Тебе стоит поговорить с епископом Меридиана. Наш союзник – епископ? Обещание бессмертия может быть очень заманчивым для человека, вера которого в жизнь после смерти пошатнулась. Епископ знает потайной вход в крепость. Ты найдешь его в верхнем городе. Скажи ему, что это я послал тебя, и он тебе поможет. А если Ума погибнет прежде, чем я ее найду? Тогда ее открытие умрет вместе с ней, а с ним и наша надежда. Иди же, Каин, найди епископа. Жизнь Умы в твоих руках, как и жизни всех нас. Вот так вот. Опа. Это епископ? Баба? Или это этот же Архон? Ой, как его? Серафан? Не, Серафан звучит по-мужски. Мужское. О, у них тут даже метро есть. А то мне броню выдали? Офигеть. То есть он реально защищает. Да, ты. Мой тебе совет. Спрячься где-нибудь побыстрее. По улицам бродят вампиры. Муж моей сестры на прошлой неделе нашел мертвое тело, из которого была высосана вся кровь. А если вампиры не схватят тебя, то у стражников наверняка возникнет парочка вопросов к одинокому страннику. И их вопросы не покажутся тебе любезными. Удачи тебе! Спасибо, леди. Я, конечно, вас все равно высосу. Но все равно спасибо за помощь, леди. Интересно, тут если... Да, тут не действует. Было бы забавно, если бы встал и такой пш-пш поджаривалось бы это. Так, все, окей, ребята. На этом остановимся. В следующей серии попробуем... Нет, там получается, мы еще не идем спасать. Мы только идем к епископу за... Блин, что это за крыса такая? Как-то она чересчур плоская. Приплюснутая, малек. Видать, жизнь потрепала. Блин, реально. И это, надо добраться до епископа и получить информацию о секретном проходе. Так, надеюсь, эти доспехи хоть, как его, хоть защищают нормально. И надеюсь, новые способности появятся. Еще 4 штуки, кроме вот этого. Я вообще не понимаю, что это такое. А если вот схватить и использовать, надо будет потом попробовать, может получится. Окей, все, спасибо за просмотр и до следующих встреч на просторах Носгота. Я так и понял, ну, я понял так, что эта земля называется Носгот. Все, пока, до следующих встреч в игровой комнате.